как соус чили. Новости в речитативе о России, о мире. Дино МС, СТ, куплеты стелят в стиле. Читай между строками, уже в эфире. Мир меняется, маятник пошел обратно. Жители бывших колоний стали иммигрантами. Требуют беженцы к себе равноправия. В спокойной Скандинавии, в консервативной Англии настойчиво просят уважать их традиции. Закидывая камнями патрули полиции, поджигая машины и госучреждения. В столкновении с коренным населением эпоха просвещения закончилась давно. Нынче время толерантности и либерализма. И тот, кому это не важно или все равно, просто пока не понимает, насколько это близко. Убийство офицера в Лондоне – страшный знак. С реакцией правительства явно что-то не так. Запрет на форму для военных в собственной стране напомнил многим о 90-х годах в Чечне. Крайние радикалы и рост экстремизма на родине демократии и капитализма. Меняется ландшафт британских просторов. Маятник истории идет в обратную сторону. Что происходит в толерантной Европе? Белые месье, сэры и господа в шоке. И если выводов не дадут эти уроки, то мелочью скоро покажутся эти поджоги. Мы уже живем в новом мире. Все началось в Ираке, но не закончится в Сирии. Страны, что уже лежат в разрухе и крови. А есть еще Иран, Нигерия и Сомали. Есть еще Алжир и прочие места. Сильно лихорадит сейчас, кстати, и Пакистан, в котором больше миллиона граждан служат. И обладают все они ядерным оружием. У нас тут ситуация лучше не намного. Хотя уже то Сагра, то Кандапога. Россия на распутье, время выбрать дорогу. Либо вместе все, либо каждый со своим богом. Необходимость общих правил всем понятна. Вот только кто формулирует их внятно, дабы ничьих чувств не оскорбить и не задеть, покажет, где должна быть церковь, а где мечеть. Ответственность эта полностью на власти. Атеисты тоже хотят немного счастья. И как-то уживаться вместе всем придется. Подождем, куда маятник качнется. Мальчишки и девчонки, а также их родители готовятся задолго к этому событию. Одни по репетиторам, другие дома сами готовятся сдавать единый госэкзамен с рюкзаками знаний и метрами шпаргалок. Из-под полы ответы учат из-под палок. Сегодня в интернете найдется все, что скрыто. Кстати, удачи всем и волшебного ретвита. Постоянная грязня гранита науки, где наши ломоносовые, я не вижу ваши руки. Постоянная грязня гранита науки за, я не вижу ваши честные глаза. Разные полюса, разница в часах. Ответы в группах и на страницах в соцсетях. Потом уже не отвертеться, что не при делах, когда ЕГЭ твой аннулируют, увы и ах. Идет борьба на фронтах, и при этом всех получат и реформы Ливанова успех. И что ждет тех, чьи диссертации фальшивые? Будут ли пересдачи, еще альтернативы? И почему кругом делают виноватым, если действительно ведешь себя как реформатор? У нас если сносить, то с кольца палатки. Реформы действуют в одностороннем порядке. Мистер плохой парень, человек в черном, чей фильм снова поднимет продажи попкорна. Привез кино к нам большой Уилл сам, лично с визитом посетил Рио. Он и карате пацан выразил нам, мы выразим ему. У вас тут говорит все по совести и по уму. И рэп-инфо у нас тут, он такой, да ну, приезжайте в нашу гостеприимную страну. That's fantastic. Дино МС, СТ, лавина видео. Новости, какими вы их еще не видели. А Уилл Смит уже видел, а вы еще не видели.